И в начале новости из Большого Газпрома. Правление одобрило стратегию компании в электроэнергетике на 2018-2027 годы. Об этом говорится в сообщении Газпрома. Стратегия, в частности, предполагает реализацию проектов по созданию новых и модернизации действующих генерирующих мощностей, а также вывода объектов, эксплуатация которых экономически нецелесообразна. Отдельное внимание уделено дальнейшему повышению операционной эффективности, технологическому развитию, применению импортозамещающего оборудования. «Газпром» также нацелен на диверсификацию электроэнергетического бизнеса за счет выхода на перспективные рынки в России и за рубежом.